Hi guys, so welcome back to Junior's Vlog Reaction. For this video reaction, let's go to one of our favorite country, which is Russia. Привет, and спасибо to our Russian friends. How are you all guys? We're doing fantastic and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is A Day of the Airborne Forces, 89 years, foreigners in shock. Oh my god, this is incredible, interesting video. And credit to the owner also with the video to one of our favorite content creator all the way from Russia. Tablet for memory, I'll put on the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on future uploads. If you have some comments and suggestions related to this video or any Russians artist video that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond you all and make your video request. Let's get to it, guys. I really want you to turn on the CC down there for your Russian, English, or whatever language that you can choose. And I want to hear also with you at the comment section, what are your thoughts with regards to this video? Enjoy, guys! Wow! Thank you so much for this video. Здравствуйте, дорогие друзья, и этот обзор посвящен Дню ВДВ и реакции иностранцев на наших бойцов. И первое видео с реакцией иностранцев называется «Никто, кроме нас». Смотрим. Вау. Браво. Найс. This is such an incredible one. Airborne forces of Russia, they are very like advanced and very active also. Wow. So they are different also with Russian like armed forces. This is another like type of groups of Russian soldiers. Oh wow, they're hand-to-hand combat. It's mind-blowing. Ну, ребята, конечно, просто красавцы. Переходим к комментариям. Первый комментарий. Сербия, воли, Россия. Сердечко. В общем, привет от Сербии. Следующий комментарий. Слава братьям-славянам, приветствие из Словакии. Ух ты, прям скороговорка. Следующий. Уважение к России из России. Почему бы и нет, Валера? Вот хитрец Валера, да? Следующий комментарий. Я люблю Россию и русскую армию. Приветствие из Вьетнама. Да, могу поспорить, нас во Вьетнаме любят гораздо больше, чем американцев. Следующий комментарий. Приветствие из Сербии. Дальше. Долгой жизни России из Вьетнама. Следующее. Огромное уважение к России из Австралии. Дальше. Да, матушка Россия. Огромная любовь из Индии. Дальше. Уважение к России из Бразилии. В кавычках БРИКС. Опять уважение из Вьетнама. И последний комментарий. Блин, не могу перестать смотреть это. Уважение из Испании. Да, видите, как нас все зауважали сразу в день ВДВ. Интернациональное уважение сразу после этого видео появилось к России. А мы переходим к следующему видео. Это видео со вчерашнего парада. Рада во время празднования Дня ВДВ. Тоже интересное видео смотрим. Вау. О, I love their uniform. This is in Moscow. Amazing. This is simply great. I love the uniform. I love everything. Them.
Да, Европа, записывай, какие надо парады проводить на площадях. И дети правильный пример берут, да, у вас какой. Переходим к комментариям. Первый комментарий, последний бастион христианства, долгой жизни матушка Россия. Следующий комментарий, воздушно-десантные войска, слава России. Следующий, браво Россия, а не могла бы ли ты нас позащищать от этих прогрессивных? Да, так этих прогрессивных еще никто не называл. Следующий комментарий, одна из последних наций на земле, которая до сих пор открыто христианское и православное. Храни тебя, Господь, Россия. Дальше. Великая страна и очень богатая культура. Очень много любви и уважения из Индии. Следующий комментарий. Боже ты мой, да посмотри, как чисто все везде. Я завидую. Большая зависть из Калифорнии. Дальше. Каждая нация, которая чтит свою историю, свои традиции, свой язык, свои религиозные ценности, точно переживет любые проблемные времена. Дальше. Люблю вас из Ливана. Я православный. И последний комментарий. Храни Господь Россию и их людей. Великая нация, пусть Бог защищает Россию и православные церкви. Ура, ура, ура. Господи, Боже. Вы представляете, как людям там этого не хватает за рубежом? Друзья, это видео подходит к концу. Еще раз с праздником Дня воздушно-десантных войск. Хочу сказать, что недавно Сбербанк заблокировал карту, на которую некоторые подписчики присылали поддержку. С пояснением. Подозрительной деятельности. Поэтому хочу предупредить тех, кто, возможно, сохранил номер карты Сбербанка, которая у меня была раньше, она больше не действительная. Не нужно присылать туда поддержку. Единственной альтернативой остался номер карты Unicredit банка. И самый удобный способ это Яндекс кошелек. Я вам сейчас покажу очень важную вещь. Вот здесь есть окошко для сообщения. Если присылаете поддержку, обязательно пишите, кто вы и какое-то сообщение, чтобы я мог вас лично поблагодарить в следующем видео. И я хочу поблагодарить за поддержку и передать привет Фриде, а также привет Камчатке, спасибо вам. И кто-то прислал поддержку без сообщения на карту Unicredit банка. Огромное спасибо всем, кто иногда поддерживает канал. Это действительно мотивирует меня делать новые интересные видео для вас. И если вы еще не подписаны, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Всего вам самого доброго. Wow. Salute and much love and respect from the Philippines to this amazing Russian airborne forces. And I think this is another level of Russian like soldiers, because oh my god, imagine they have their Russian armed forces, military and navy, and this is another one. I love their uniforms. I love the way how it was narrated, and seeing those comments from the foreigners that they are impressed the way how this Russian airborne forces and how they made out, how they are very strong also. My god, this is how powerful the Russian is, because they really have such different types of their military, of their like soldiers to protect in their country. And I think they really have their another level of trainings that they have, maybe their hand-to-hand combat also, and the weapons that they are using are different. And this is incredible and amazing video. This is so amazing and incredible video to watch. Wow, bravo Russia of making such a beautiful video, especially to tablet for memory. You're making a beautiful and great video for people to watch, to learn all about from Russian soldiers, military weapons and everything like that. Thank you so much. I guess you enjoyed watching with this one. And if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video, guys, same as I did, just give a massive thumbs up. Like and share, subscribe also with my channel. This is Junris Blagadag React saying stay humble to pass it, guys. You can connect my social media account is in here. You can connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Privyet, and spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.